Всех приветствую. 16 мая 2023 год. Погода отличная. Шорты и футболки уже, можно сказать, можно носить до сентября. Ни во что другое не переодеваюсь. Сакуры отцвели довольно-таки быстро. Знаете, вот мое самое любимое время нахождения в этом парке — это утром. Никогда здесь куча паломников, полно людей на велосипедах, там на дети на этих машинках, еще что-то. А вот именно утро. Все такое, знаете, в сонном девственном состоянии. Квакают жабы, поют птицы. Нормально. Все спокойно, все тихо. Не бабахало, не жутко, а наоборот такое, знаете, позитивное утро. Ценить надо каждый момент и наслаждаться им. Все, подписывайтесь, кто не подписан. Цените, как говорится, каждый момент, и тогда он будет ценить тебя. Гарного дня всем.